Стрельцов, Иванов и Воронин, торпеда советских времен. Они на футбольной иконе, народ в них был просто влюблен. А справа ведь был Метревели, а слева Сергеев Олег. Они будто стрелы летели, свершая футбольный набег. Так что же такое торпеда, торпеда советских времен? Команда, игра и победа, и дух, возведенный в закон. Команда, игра и победа, и дух, возведенный в закон. А если играл Пасуэлла, и Валя Денисов играл, то сердце болельщика пело, про все он тогда забывал. Гершкович, Батанов и Паис, Пахомов, Пленев, Мушковец, Сараев, Михайлов и Янец, и это еще не конец. Так что же такое торпеда, торпеда советских времен? Команда, игра и победа, и дух, возведенный в закон. Команда, игра и победа, и дух, возведенный в закон. Был Шустиков, Витя, Фактура, вставал он в защите горой. Был Бреднев и Савченко Юра, он кубковой встречи герой. А был Андреюк и Медакин, и море великих побед. И всех их готовил к атаке наш Маслов по прозвищу Дед. Так что же такое торпеда, торпеда советских времен? Команда, игра и победа, и дух, возведенный в закон. Так что же такое торпеда, торпеда советских времен? Команда, игра и победа, и дух, возведенный.